Приветствую вас на канале Best ICO. Мы с вами рассматриваем сегодня проект Mercurelet. Чем он интересен? В первую очередь, проект ICO проводится при поддержке CryptoGroup. Это глобальная фирма, которая занимается продвижением ICO проектов. Уже портфолио очень богатое, много успешных проектов, которые сразу после проведения начинают свой рост, рост токена стоимости. И это буквально вот в прошлом месяце один из проектов закрылся уже в плюсе практически около 70%. Называть его не буду, конечно. Итак, Mercurelet. Что это за проект, что он из себя представляет? Ну, в первую очередь, конечно, это платформа, которая собирается внимание пользователей интернета объединить все в одну платформу и вознаграждать их за это. Спросите, что это такое? Отвечу. Необходимо в первую очередь изучить white paper, который доступен на сайте проекта. Соответственно, на русском языке его нет, но как бы сейчас все в мире высоких технологий проблем не составляет. Открыть и перевести на данный документ. Итак, как мы видим, токен MVP, токен Distribution, на предпродаже, на приват сейл сбор планируется 21 тысяча эфириумов. Стоимость будет эквивалентно одному эфириуму 87 500 MVP токенов. Минимальная закупка будет на 150 эфириумов, максимальная на 1000. Ну, для этого и есть приват сейл. Соответственно, получает участник приват сейла бонус очень интересный, и это, как всегда, самый большой. Соответственно, в плане того, что проекты, которые еще не собрали софткапу, я редко рассматриваю как инвестиционные. Но Mercurelet я бы хотел рассмотреть, и все-таки я попробую со своей, да, стороны войти в него на приват сейле, на минимальную, конечно, сумму. И, соответственно, дальше уже посмотрим на публичной продаже. Если продажа попрет очень хорошо, то уже можно будет, конечно, думать о каких-то других инвестициях. Ну, на обычной продаже уже минимальный порог будет, конечно, другой, поэтому проблем нет. Итак, Mercurelet. Это, конечно же, децентрализованная площадка, которая будет строиться на системе блокчейн-технологий. Как мы видим, карта проекта. Все на сайте довольно-таки подробно изложено. Вот белая бумага у меня прогрузилась. Здесь риск-фактор, да, соответственно, описывается довольно-таки грамотно и плотно. Все планы проекта, как он сделал, из чего он сделал, каждый член проекта описывается, его портфолио, соответственно, как проект работает, перспективы его роста, перспективы роста токена, перспективы развития самого проекта. Все это связано, все изложено в белой бумаге. И если кому-то будет что-то неясно, то связываемся с членами команды. Самый простой, конечно, это чат Telegram, там на данный момент более 12 тысяч пользователей. Соответственно, задаем свои вопросы, если что-то было неясно. И также по срокам старту ICO, старту приват сейла, все в чате можно уточнить. Желаем вам удачи в изучении. Время у нас присоединиться есть, подумать. Желаю вам в этом удачи.